Итак, первый райдер группы номер 9. Представитель города Санкт-Петербург. Андреев Костя! Буквально недавно этот райдер ворвался в BMX-тусовку. Но довольно-таки сильно и громко ворвался он в нашу тусовку. И что, собственно, сейчас подтверждает дело. Мои слова, суперсильное начало своей попытки. Вот так вот просто я трюк с гранки вверх, а вытащил детей. И трешечка через нанорейл на пласкач. 15 секунд у тебя есть еще, Костян. Не забываем поддерживать всех, абсолютно всех райдеров и каждый трюк с новыми аплодисментами. Попыточка была, походу, прилипная пара. Давай заключительный трюк, Костян. Будешь еще трюк делать? Нет? Итак, заключительный трюк первой попытки, квалификационной попытки от Андреева Кости. Давай только не тяни время, к сожалению, у нас с ним сегодня небольшая борода из-за погодных условий. Вот такой вот трак, к сожалению, не четко уехал. И следующий. Данила Гришин! Представитель города Рязань. Довольно-таки давно уже ошивается в Москве. При этом ведет школу, поймет школу. Я думаю, многие московские райдеры, кто зимой катался в парке на Зеленовской, видели, как он там тренируется, оттачивает свои вот эти бэклинчики, плееры, и без проблем выкладывает их потом вот на таких контестах. Как Адреналин Геймс, один из самых сильных дёрт-райдеров. 15 секунд у тебя еще есть. По версии RPA, Данила Гришин в данный момент является самым лучшим дёрт-райдером России и просто лучшим райдером за 2012 год. По мнению программы FunBox. Хотел сделать новый пэдл-стол, но мы двигаемся дальше. И гость из Австрии. Дамы и господа, встречаем Сена Кроссин! Итак, это уже не первый раз, когда этот райдер посещает Россию, когда приезжает на Адреналин Геймс, чтобы демонстрировать свои супер-сумасшедшие трюки. Backflip no hands. И использует его по полной. Ну а следующий — Терентьев Павел, город Санкт-Петербург. Костян, погоди, куда ты полез? А вот он, Павлик, вот так вот, без майки. Ну что ли, вы готовы? Терентьев Павел, Андрей Моисей. Питерский убийца, один из самых техничных райдеров города Санкт-Петербурга. Накручивает лифты туда-сюда. Супер. Отличная амплитуда, супер
супер-супер сильно оценит его выступление сейчас здесь на Адреналине 2013, что на сегодня, как вы могли заметить, уже все супер-сильно и супер-максимально. А он смотрит. Небольшой трюк, не заключительный трюк. Моисей, заключительный трюк, давай мы ждем от тебя первый заезд. Первый квалификационный заезд в пятой группе. Все в порядке у нас, походу он специально себе постелил подушечку, чтобы уйти туда красиво. Ну что, да, мы по второму кругу отправляемся. Группа номер 9, квалификация BMX. Андрей Костя, 45 секунд, и вся площадка твоя. Вот такую сумасшедшую амплитуду демонстрирует Костян. Уверенная техника, все четко, все трюки доведены у него до предела. Как? 20 секунд у тебя, Костян, еще есть, чтобы выложить все техно, которое у тебя с собой перешло из спидера. Как многие райдеры характеризуют Костю, там все ребята делают два трюка, после делает два трюка и сверху еще барспин. Это про Костю. Али, супер, чистый дикей. Ванна, ноу-хэнд, оу-ту, ноу-хэнд. Или как еще называется трюк Костю. Финальный трюк. Костян, давай, заключительный трюк. Квалификация. BMX. Давайте, будешь что-то делать? Пожалуйста, не затягивайте свои трюки, поскольку, к сожалению, время у нас не очень много, впереди еще контест на лучший трюк среди скейт-бордистов, контест на лучший трюк среди BMX-еров. И, пожалуйста, Ваня Костя! Жара! А мы двигаемся дальше! Ну что же, вы готовы? Данила Гришин, лучший юг-драйвер России по версии SNL 2013! Four, 15 seconds.
bus is from the 10 15 seconds to go. It's so damn frosty and keep a light. That's a cold ass honky. Rolling in hella deep, headed to the mezzanine. Dressed in all pinks and my gator shoes. Those are my drink. Then I let the mink girl standing next to me. Probably should have washed this. Smells like dark yellow sheets. Ну что ли, давайте дадим максимум шума! Что-то произошло теперь! Сцените, случается, и такое техника иногда подводит! Эй, Сэнэ! This is for you! Давайте максимум аплодисментов! И заключительный райдер 9-й группы! Моисей, а.к.а. Терентьев Павел! 45 секунд! Вышел! Семёра, два оборота! $20 in my pocket. I'm hunting, looking for a comer. This is bueno, papeles que nada crece. What she knowin' about wearing a fur fox? And I'm digging, I'm searching right through that luggage. One man's trash, that's another man's come up. Like your granddad, or the man in that plaid button up shirt. 'Cause now I'm up in her skirt. I'm at the goodwill, you can buy me a belt. I'm not stuck on searching in the section. Поясняю тебя временно заключительный трюк. They built a onesie with the socks on that motherfucker. I hit the party and they stop in that motherfucker. They be like, oh, that Gucci, that's hella tight. I'm like, yo, that's $50 for a t-shirt. Limited edition, let's do some simple edition. $50 for a t-shirt, that's just some ignorant bitch. I call that getting swindled and pissed. I call that getting tricked by business. That shirt's hella dope. Заключительный трюк, Моисей. Сори, я немного отвлекся. В общем, время проходило, конечно, у нас там фронт-флип и все. Ты будешь делать заключительный трюк? Нет, все. Итак, следующая группа. Давайте все вместе поаплодируем 9-й группе Данила Гришина, Андрея Кости, Моисея и Сена Кроссе. Только что.